В пятницу на пульт службы спасения поступило сообщение о подозрительном предмете, который находился в районе улицы Репина на автодороге. Приехавшими на место сотрудниками полиции и МЧС была обследована территория данного района. Подозрительным предметом оказалась пустая коробка. По возвращении спасатели заметили огонь в лесополосе в районе церкви по улице Плеханова, где зачастую собираются лица без определенного места жительства. Возле костра сотрудники центра спасения обнаружили избитого мужчину. По словам приятеля пострадавшего, находившегося рядом в сильном алкогольном опьянении, друзья распивали спиртное у огня, когда к ним подошли четверо молодых людей и начали зверски избивать одного из мужчин. Позднее друг пострадавшего попросил прохожих вызвать скорую помощь, но люди равнодушно проходили мимо. С помощью сотрудников службы спасения мужчину транспортировали в карету скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками УВД. Хотелось бы обратиться к гражданам города. Если вы стали очевидцами чрезвычайной ситуации, наберите номер телефона 277-22 или 101.